Это история о том, как мы с Жарасом квартиру снимали. Вот, я лежу, я это снимаю, потому что это вставлю в это видео. Вот как проходит, типа, типичный выходной у меня. Как бы все свободное время, что я делаю? Все свободное время я вот сижу и смотрю обзор на квартиры. Ну, типа, вокруг, короче, ищу квартиру нам. Итак, сегодня, сейчас уже 28, 2 часа ночи. Это я все еще сижу, чилю ночью. Как всегда, смотрю квартиры. Пока что никаких объявлений. Последний был 4 часа назад, сюда мы написали. Теперь ждем. Где-то, ну, завтра в идеале найти квартиру, ударить по рукам, и все, и потом 30-го оплатить и уже переехать. Да, мне снять. Короче, нам тут Сролгер Кот. Сролгер Кот. Влог-влог. Этот... Мы едем договариваться по квартире. Не едем. Это напротив того места, где мы живем, короче. И мы вот Жарасом, короче, оделись, типа, нормально. Вот, нормально. Вот брюки одел. Вот он говорит, ага, я надеваю, типа, белую обувь. Я вот тоже белую обувь одеваю. Ну, короче, типа, прикидываемся, что мы издалека приехали, короче, все дела, короче. Они сейчас через дорогу пройдем и все, короче. Через дорогу стоит. Что-то, конечно, вот так взглянем, брат. Мы не уверены, что ли? Жоқ, по карте как показала, 9 деген сол, брат. Анау 2-ші үй басқа. Жоқ, бірақ осы үй. Вот тот дом, короче. Вот. Жарас оделся. Я тоже оделся. И мы, короче, идем. Ахай, история вообще. Вот и все, вот. Рашидик помогает. Вот чемоданы. Вот я. Вот я разнес, я расходка. Слишком много вещей, я пошел. Короче, вот. Мы переезжаем. Это первое. Че сразу серьезно стал? Я такой всегда. Что, пахнет пемой? Арбуз, привет. Арбуз. Неужели они реально ради 20 тысяч с нами вот ебать так ходят? 20 тысяч деньги? Ну где-то 20 тысяч. 50 баксов немало. 35 объявлений. Немалые деньги, 50 долларов. 50 долларов мало поедет? Поставить 5 минут. Не, они с нами, прикинь, были в то там, сейчас опять приехали. Это по 15-20 минут. Чипа домой. Давай, Жарас, это... Нет, ты без чипа домой не можешь сойти, типа? Без какого? Ну типа можно вот, можно дождаться вот просто. Кого-то? Да. Ну можно. Потом? Ну заходишь просто и все, скорее квартиру. Да. Ключи есть у тебя, есть у тебя. А там, ты не понял про звонки что ли? Да. Короче, типа здесь вот это, у нас же здесь же как домофон, ну. И ты вот так открываешь, короче. Ну. Здесь такой темы нету. Здесь ты вот так код вбиваешь, он сзади написан, бумажки. И потом тебе звонят. И там, да? Типа, компания, есть, да, отдельная компания, там типа 4-5 номера записано. Например, твой первый записан, например, да? Ты на работе, ты не взял телефон, например, да? И он сразу отдает на мой номер. Я его беру, я просто отвечаю, короче, и у меня сразу все, дверь все открывается, короче. А, все, понял. Окей, ты. Что ты скажешь, Жарас? А, все. Ты рад, ты так хотел переехать. Нормально. Ох, Жарас, не будем здесь это говорить. Я понял. Вот, у нас есть вид на этот колесо обозрения здесь. Жарас. Вот. Наша хат. Мы сняли хат. Вот это моя комната. Вот это Жараса. И вы думаете, почему такая несправедливость?
А вот почему. А, тоқтамен, енді. Біз жарас екеміз, кім ғана комнаталарды соны шешіп атырмыз, короче. Даталығы, үшке дейін қазір сульфа ойнаймыз. Отқан адам төсегі бар комнаталарды. Отылған комнатасы жаман емес негіз. Да, сол. Айде жаман емес дейді. Да, негіз жаман емес. Енді бөлік бөлме ғой, не дегенмен. Да, сол. Солай. Үшке дейін. Да, не деп айтамыз көтір, типа, сульфа дейміз ба? Смотри, вот так. Су-ли-фа. Давай. Су-ли-фа. 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 Вот. Шештік жарысы көріп. Шештік. Вот такая небольшая хата. Квартира. Две комнаты. Отдельный шкафчик. Кухня. Все. Вот жарас. Вот я. Мы идем в супермаркет. За халяльным мясом. Вот, и там. Турек супермаркет что-нибудь. Найдем, наверное. Вот такой вот мост. По нему идем. Вот опять жарас. Вот опять я. Мы сняли квартиру. Все, еще переезжаем. Короче, сейчас покажу, как мы переехали. Вот, мы сейчас выходим из апарта, где мы живем сейчас. И идем в сторону общаги забирать вещи. Все, наверное, надо прикладывать, надо просто нажимать. Все, забор запч. Забор нашей общаги. Вот это прикладываю. В общаге. Да сколько. Опа. Мы, короче, переехали. Сейчас буду. Ну, короче, сходили за продуктами. Сейчас буду закидывать продукты в холодильник. Взяли, поэтому все равно закончил. Вот сейчас надо в целом все там по местам разложить, обувь все вытащить, чемодан освободить, вон там лежит всякое мыло, освежители, все такое, надо все это тоже поставить. Вот. Вот так вот сделал. Это надо еще измерить и купить новое постельное белье. Ну, пока хватит. Вот как-то так, в общем. Попытался, постарался. Там это еще будет меняться. Вот так вот. И да, и пока что так. Как-то так, короче. Вот, обувь все вытащил вроде. Всего лишь три пары надо докупать.
Так вот, ребятки. А вы что думали? Сказку попали? Нет. А, еще? Да. Куртки свои все тоже поставил. Казахи, be like. Вот такой вот переездик получился. Эта история была о том, как мы раз и раз переезжали. Все, всем спасибо за просмотр. А я, пожалуй, пойду спать. Так, первое утро, вот, еще не видел, не видел с утра вид с нашего окна, что собираюсь сделать, прохладно очень, кстати, и вот такой вот видочек, ну, нормально, не шикарно, как говорила хозяйка, но нормально, есть куда смотреть. Есть что видеть, есть зачем наблюдать. Пойду завтракать. Ачаганцы, 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 ачаганцы.